В начале заседания Владимир Ружицкий вручил дипломы депутатам, победителям конкурса «Губернатор Московской области. Наше Подмосковье». А затем началась работа по повестке дня. В частности, депутатам было предложено утвердить изменения в решении Совета депутатов о бюджете города Люберцы на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. Данный проект предлагает увеличить доходную часть бюджета на 116,6 миллионов рублей. Изменения состоялись за счет договоров застроенных территорий и аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома. Из бюджета Московской области нам на данный момент предусмотрена субсидия в размере 19,9 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий. Кроме того, из областного бюджета нам предусмотрена субсидия в размере 8 миллионов рублей на приобретение дорожной техники. Исходя из доходных источников, было предложено внести изменения в соответствующие статьи расходов. Далее был рассмотрен проект изменений в решении Совета депутатов о введении земельного налога на территории города Люберцы. Данным проектом решения Совета депутатов предлагается освободить от уплаты земельного налога государственные учреждения здравоохранения, которые финансируются из бюджета Московской области. Кроме того, предлагается цель привлечения инвестиций на территорию города Люберцы предусмотреть возможность предоставление льготы по земельному налогу для индустриальных парков города Люберцы, а также для системообразующих предприятий города Люберцы. Депутаты приняли положение о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования, размещения нестационарных торговых объектов. Также за основу был принят проект о внесении изменений в устав города Люберцы, после чего было решено назначить на 5 августа 2015 года публичные слушания по обсуждению обновленного устава. Ольга Щевелева, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение.